другие наши друзья. Я сейчас нахожусь на самом верхе DoubleTree Hotel Hilton, который находится недалеко, где мы жить в Square Mile. Когда-то здесь был большой бар, он назывался Sky Lounge. Сейчас здесь кафе или ресторант, называется Savage Garden, I think. Ну, здесь, конечно, есть прекрасный вид, вот Гёркин, сейчас я, вот Гёркин, все большие наши высотные дома, Financial District, вот опять Walkie-Talkie, который вы уже видели, вот опять Shard, наш большой осколок, как он называется. Вот здесь, это самая верхушка, это шестизвездочный отель Four Seasons. Это раньше был Willis Building, это была страховательная, очень большая страховательная компания. До этого это был Port Authority of London, а сейчас, после много ремонт, это 6-звезд отель. Вот здесь, справа от него, немножко сделаю зум, это City Hall, то есть где мэр Лондона живет, это наш садикан, не путать с лорд-мэром of London. Это лорд-мэр, это исторический роль для того, чтобы делать промоушен и маркетинг для Square Mile, чтобы приезжали к нам туристы и приезжали делать бизнес. Вот опять Tower Bridge, Tower of London, конечно. Здесь очень красивые виды. Вот здесь ниже это сам отель. Вот здесь так есть живая стена, на ней ползут всякие растения. Если мне позволят, я с вами зайду и немножко поснимаю внутри, потому что после ремонта там очень довольно красиво. Но в основном, конечно, я хотела познакомить вас, как здесь красиво наверху. Сегодня такой голубой и серый день. Голубой облачный. Вот немножко лучше вид самой верхушки Four Seasons Hotel. Туда нас, конечно, не пустят, потому что там все очень-очень дорого. Они даже кошелек у вас взвесят, сколько у вас там много есть денег или нет. Поэтому давайте здесь зайдем. Is it okay if I take little pictures? So I хочу вам показать, как здесь очень very beautiful after the renovations. Но это все новое. Вот смотрите, какой красивый бар. Сколько здесь всего интересного. Я сюда пришла во время своего обеденный перерыв, и поэтому здесь людей нету. И поэтому мне можно сделать несколько красивых видео-минут, чтобы показать вам. Вот еще немножко другой вид из окна, но здесь особенно ничего нет
интересного, вот немножко другой вид, вот это все еще Four Seasons Hotel, ну, верхушка. Вот вы можете здесь сидеть за столиком и выпивать, и смотреть на вечерний Лондон, вот смотреть на Лондонскую башню, Tower of London, и лондонский Tower Bridge. И вот сегодня у нас много есть ветер, и поэтому видно, что флаг веет. И вот там есть Trinity Square Park внизу, и там можно гулять. Вот вам еще немножко вид этого отеля. Вот здесь все еще бар. Здесь очень сделали красивый пол. Я вам сейчас покажу beautiful floors. I'll show you. Look how cool the coffee machine is. Вот эта кофе машина сделать кофе из зернов. And I'll show you the beautiful floor by the lifts. Здесь тоже очень красивые цвета. Я думаю, что в конце дня, когда все люди с работы приходят, все, кто здесь на бизнес, они все сюда приходят, и здесь вечером, я думаю, очень много всего-всего. Много party time, люди выпивают после длинного дня. Вот я тут хожу, сейчас покажу вам очень красивый такой блестящий пол. Вот здесь все такие стекла. Это частная, для частных parties. Можно заказать здесь. А вот это такой очень красивый блестящий пол. Ну, многие могут сказать, ну, пол так и пол. Но мне очень нравится. Я бы себе такой хотела в дом. Если можно, почему нет? Look how beautiful this is. Just absolutely smashing. Сейчас вам покажу вот еще один вид из окна. Вот так. Очень замечательно. Я специально не делаю приближения, чтобы вы видели все как есть. Вот Savage Garden. И сейчас покажу вам еще вид с этой стороны. Ну, опять все наши большие office buildings, офисные здания. Вот. Это жилой дом. Недешево совсем здесь. Вот это вот. Сейчас я попытаюсь пальцем показать. Вот это здание. Вот это. Это еще один отель. Это новый отель. Но где-то он 3 звезды. Конечно, он находится в очень хорошем местном положении. В нем даже принимают гостей с животными. Это, по-моему, единственный отель в нашем районе, что принимают животными. Вот сделано так, как бы зеркало. Сейчас я вам, может быть, покажу немножко, как ехать
на лифт сделан очень красиво. Лифт внутри, у них там всякие, есть дикие обезьянки. И вот тут вас будут встречать или провожать. Сейчас мы зайдем в лифт. О, мне попался не красивый лифт, не с обезьянками, поэтому просто лифт. Я, может быть, не выключу камеру, покажу вам немножко лобби hotel, как это сказать, ну, холл в отеле. Again, this is DoubleTree Hotel by Hilton. Вот мы вышли из лифта, то есть мы на ground floor. Вот этот вот старый building, старое здание, что вы смотрите, это тоже частные апартаменты. И вот этот вот кирпичный тоже. Ну, это, конечно, здесь не дешево. Вот это здание лобби-хотель. У них здесь идет какой-то ремонт, поэтому очень много я не смогу снять. Здесь вот есть ресторан, называется «Натуральная кухня». Здесь неплохо кормят. Давайте вот подойдем и посмотрим несколько меню. Вот, можете сделать пауз видео и почитать, что тут вкусненького. И вот еще немножко из меню, просто вам почитать, что тут есть вкусненькое. Здесь еще находится клуб area. Это у кого есть специальный membership, они сюда придут, и они здесь могут покушать, потихоньку посидеть. Это задняя дверь. Раньше она открывалась, сейчас ее не пользуют, все только через центральный ход. Здесь вот есть еще один ресторан. Ну, а вот здесь уже очень много идет ремонта, поэтому больше не могу ничего вам показать. Ну, отель неплохой, но здесь нету столько много удобств для джим, как я вам показывала в Леонардо Хотель. То есть здесь нету бассейн и steam сауна, все такое. Но я в основном хотела вам показать на крыше. И еще один вид с верхушки Лондона. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хороший день. Look after yourselves and each other. Jay signing off. Still in London. Please like the video and subscribe if you haven't. We always love to have new friends on. Take care, guys. Bye.